День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И мы продолжим играть в игрушку SimCity, и... О, насмотреться не могу на свой... бесполезный мост, но зато красиво. Зато вот так вот, зато над водой. Итак, давайте посмотрим, что тут у нас, по-моему, тут жалобы какие-то. Кто жаловался? Я пришел. Кто жаловался? А ну, кто жаловался? Так, у меня жители все меньше, больше, меньше, больше, больше, меньше. Плохо, плохо. Нужно жителей поднимать. А чем жителей поднимать? Так, давайте сейчас посмотрим. Так, образование. Запрос на строительство профессиональный колледж одобрен. Профессиональный колледж. Таунхолл в регионе, 800 учащихся. Увеличит тех уровень ближайших промышленных предприятий, повышает стоимость земли в жилой зоне среднего дохода. Так, давайте тогда техникум. Чем он является? Поставим вот здесь вот. Так, а у нас школа вон там наверху. Нам нужна будет еще школа, но я ее тогда прилеплю вот сюда где-нибудь. А, или сюда техколледж, а туда вниз школу. Нет, давайте я сюда техколледж шлепну. Вот так. Ну, видите, у всех радости полные штаны. И еще одну школу, но школу вот сюда тогда прилеплю. Так. Ну, давайте сюда, пускай. Ну, она обрадовала немногих. Давайте пары автобусных остановок еще оставим. Вот как раз у нас здесь люди живут. А автобусных остановок для школы нету. Это плохо. Так, давайте сюда тоже пару остановок поставим. Что у нас здесь? Здесь что-то большое строится. Какие-то два больших дома будут. Так, хорошо, отлично. Так, хорошо. И здесь. Все, у всех радости полные штаны. Техникум, что мы сделаем с тобой? Это школа. Давайте сейчас школьные кабинеты добавим. Второй этаж. Давайте пару автобусов добавим. Так, хорошо. И может быть даже Министерство образования в следующий раз. Тогда, когда у нас будет возможность. Ну, нет, скорее всего, я бытовые... Давайте я просто посмотрю. Сейчас не буду думать, что же это мне так... Так. Министерство безопасности или коммунальные службы. Вот, коммунальные службы я, скорее всего, добавлю, когда у меня будет достаточно. Но я могу, например, сейчас в другой город пойти, в мои чистые воды пойти и посмотреть тогда. Но видите, знание, так и валит, это отлично, хорошо. Так, мы можем что-нибудь с Globe Theater сделать? Чтобы запланировать мероприятие. Так. Закрыто. Прием на работу. Все еще прием на работу. А почему? А, вот. Назначить мероприятие. Пускай. Так, хорошо. Максимальный доход от мероприятия 42 тысячи. То мы теперь... Конечно же. Если оно стоит 6 тысяч, а доход 42... Конечно же, мы это делаем, мы запускаем. И видите, я могу, значит, теперь запускать, и ко мне должно больше туристов приезжать. Так, теперь, по-моему, у нас есть уже... Да, вот видите, у нас есть уже разрешение на установку игорной индустрии. И куда поставить это здание? Скажу вам честно, я пока что не знаю. Скорее всего, вот сюда. Хотя, давайте вот так вот поставим его. Хорошо. Так, окей. Так, теперь сколько у нас? 21 тысяча. Вот видите, то есть от 17 до 21 тысячи подняло, значит, я делаю что-то правильно. Мы можем еще одно космическое казино поставить. Мы можем поставить шикарное... Просто шикарное казино. Абсолютно шикарное казино. Так, 160 тысяч. Римское казино. Нет, ну почему-то меня привлекает шикарно. А здесь у нас что? Элегантное. Ну, элегантное казино 300 тысяч. Конечно же, у меня хватает денег, но это... Так, требуются рабочие.
Игорный бизнес. Ну что ж, я надеюсь, из того города рабочие приедут на игорный бизнес. Давайте сейчас я поставлю еще одно большое казино. Шикарное. Куда я его поставлю? Ухаха. Место где-то должно быть место для шикарного казино. Ну, здесь, по идее, места предостаточно. Ну и давайте шлепнем его сюда. По-моему, он... Видите, оно подняло кому-то уровень. Ну ничего. Давайте еще добавление поставим. А то есть, конечно же... Так, вывеска казино, она снаружи становится или... Вот она, наверху становится. О, чтобы мигало нам туда-сюда. Так, теперь... Шикарные номера. Нижний этаж, хорошо. Теперь зал для игры в покер. Просто в покер зал для игры. Хорошо. Все, все. И давайте сейчас тогда пойдем, будем развивать другой город, чтобы в этот город могли люди приезжать, работать и играть. Так, хорошо, давайте тогда сейчас. Так, горный бизнес. Требуется рабочие. А, это... Закрыто прием на работу. Это здесь требуется рабочие. Я думал, что вообще требуется рабочие в игорном бизнесе. Нет, это никто не хочет работать на игорный бизнес. Но, ну не, не страшно, не важно. Хотя, как-то странно, что все еще нету рабочих. Закрыто прием на работу. Пьеса в театре Глоуб. Подготовка 8 часов. Так, давайте, может, вот этот... Отменить мероприятие. Давайте подождем пьесу. Давайте посмотрим, как здесь это будет. Что произойдет. Если 8, то... Ну, оно скоро. Оно скоро капнет. Давайте я сейчас еще посмотрю, что у нас есть. У нас есть бурение, добыча материалов. Это нужен другой город. По-моему, у меня есть еще кусок на карте. А то есть вот у нас сейчас это 3 города. И, по-моему, вот этот вот кусок на карте, это то, где у меня много разной всячины. А здесь можно крупный проект построить, который, ну, зачем-то он. То есть он... конечно же, дает какой-то бонус, видите, но мне пока что не одобрено ничего. Так, хорошо, не хватает 7 миллионов. А почему не хватает 7 миллионов? Я же вроде бы уходил, было все нормально. Уходил, были налоги, была денежка. Так, а, может быть, я просто ушел, забросил, и я у них не набралось. Да, пускай, давайте сейчас запустим на большую скорость этот город. Пускай, так, индустрия, она индустрит. Катастрофы. Катастрофы нам пока что... гигантская я. Чего этому существу надо? Откуда оно пришло? Почему оно двигается на наш город? Гигантская ящерица. Попозже. Я хотел дать этому городу время застроиться. А не это... Так, мэр, я уже смирился с ним, что правильно... Да, ну давай. Ну, так уж и быть. Закупайте, обеспечьте все здания. Что у нас? Не все здания в городе обеспечены энергией? Нет. А почему? Энергии же вроде бы очень много. Странно. Как-то, может быть, оно не добирается. Это как-то... Ну, странно. Странно. Так, а это у нас супергерой, да? А, ну пускай, давайте примем, пускай оно висит. Так, обеспечьте энергию, вот. У нас есть обеспечение энергии. Так, давайте я тогда сейчас пойду на карту, на энергию, купить. Хорошо. Так, нет поставщиков, нет поставщиков. Так, транспорт. Ну это по-моему, это сейчас мы не будем делать. Так, это большие проекты, хорошо. Давайте дальше посмотрим. Так, конечно же, у нас город застраивается. Пончики у нас продаются на каждом углу. Пончики, гамбургеры, пончики, мороженое. Одно мороженое на весь город продается, нет, 2. Ну, хорошо. Так, хорошо. Это тут какая-то странная форма у города. Так, школа. Здесь нужна школа. Я еще школу не поставил. Нет, я явно школу еще не поставил, она 16 тысяч стоит. Так, давайте добавим школу, чтобы люди заселялись, чтобы люди жили здесь.
Так, хорошо. Радости полные штаны у этих людей. Но у всех остальных не очень. Так, давайте теперь повсюду поставим. Остановки. Остановки. Есть. Так. 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 Хорошо. А вот здесь вот снаружи поставить остановки. Очень важно. Отлично. Всем радости полные штаны. Отлично. Так, хорошо. Что это такое? Это город, у которого один проспект требует трамвая? Давайте посмотрим. Если нам действительно необходимо развитие транспорта в городе, то стоит сосредоточиться на рельсах. Что скажете? Да. Да. Давайте скажем да. А у нас еще не все заселилось, конечно же. Но все-таки. Так, что это у нас можно? Дом мэра поставить. Давайте поставим, пускай. Пускай он же будет жить вот здесь вот. Хорошо. У всех полные штаны радости. Ей! Классно смотрится, когда вот... прокатывается по всему городу. Так, жилых мест у меня предостаточно. Так что то, что жилой спрос, это пожалуйста, спрашивайте. То есть спрашивайте сколько угодно. Так, индустриального спроса у нас нету. Но это и хорошо. Так, у нас все здесь есть. Сколько у нас здесь? Уже 11 тысяч. Как раз этот... У меня такое впечатление, что этот город скоро обгонит мой Крэптаун. Что может случиться? Я ничего не гарантирую. Оно может случиться. Может быть, мы перекинемся сюда, будем развивать этот город. Хотя, во что развивать этот город? Я не знаю. Его, может быть, сделать полностью индустриальным? Тогда, скорее всего, многовато у меня мест для жилья и маловато для индустрии, так что нужно будет застроить. Но посмотрим, посмотрим. Так или иначе, так, что это у нас? Пожар? Пожар. Хорошо, пожар, пожар. Отлично, пожар. Так, давайте посмотрим здесь. Так, давайте добавим пару мафынок. Я сказал пару мафынок. Пару палаток. Эй, палаточный город. Так, хорошо. Пару палаток. Что у нас? Пожар. Где у нас пожар был? Где у нас пожарная станция? Вот она. Оп. Давайте колокол прилепим, чтобы они реагировали быстрее. И пару пожарок поставим. Хорошо. По идее, должно хватить. Итак, по идее все. По идее, вот оно какое. Так, хорошо. Давайте теперь тогда... вернемся. Так, по идее, что-то... Ага, это когда пожарная машина разъезжает, все понятно. Так, давайте сейчас... Хотя сейчас 15 тысяч. 15 тысяч я тогда могу еще одно министерство добавить. И добавлю новое министерство. У нас добавится бонус в том городе. Так что давайте сейчас это сделаем. И тогда можно будет снести старое здание, построить большие здания. И сейчас у нас такой вопрос. Коммунальные услуги или образование? Куда пойдет наш город? Хорошие коммунальные услуги или образование? У меня такое впечатление, что хорошие коммунальные услуги, это будет хорошо. А, парков. Парков не хватает. Давайте природные парки поставим. О, пока у нас 15 тысяч. Так, модернизировать. Хорошо. Построить новый. Так, что у нас? Министерство безопасности у нас есть. Пожар. Или коммунальные услуги. Скажу вам честно, Министерство безопасности нам важно, потому что в том городе у нас и горные дома, и у нас просто нам понадобится безопасность. Там много будет бандитов. Так что давайте поставим Министерство безопасности. Хорошо. Так. Так, так, теперь что? Ах, да, я парки хотел поставить. Так, парочку парков. Давайте вот, пускай у нас будет здесь бассейн или что-то. Лужа пускай будет. Пускай будет так вот. Так вот. Так вот, хорошо. Все пускай живут, все пускай радуются.
всем пускай будет хорошо. И видите, то есть второго уровня парки, может быть, мне не хватает второго уровня парков, чтобы в том городе тоже развиться. То есть, видите, я не зря это делаю. Так, давайте тогда сейчас вернусь в Крэптаун. Так, хорошо, загрузим. Посмотрим, давайте я глотну чайку. Хорошо, используйте кнопку ИСК. Кнопка это странная кнопка. Очень странная кнопка. Так, парки второго уровня. Так, большие. Ряд высоких деревьев, 400. А что у нас подороже, чтобы так, чтобы залепить и чтобы большой пряг... парк с прямыми дорожками. Ну что ж, давайте сейчас залепим куда-нибудь так, чтобы он вот так вот. Господи. А я думал, всего лишь одно здание уйдет. Это было не очень. Так, о, где парков не хватает. Хотя это все игорная индустрия. Но вот где парков не хватает. Хорошо. Давайте, может быть, бассейнчик еще возьмем. Хорошо, здесь построим. О, дорогие места у нас здесь уже есть. Здесь оно снесет одно здание из двух. Нет, 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 не хочу. Парк уже здесь есть. Там у нас лама. Давайте поставим парк здесь. Парк здесь. Парк здесь. Хорошо. Так, теперь что? Чего у нас не хватает? Жилья не хватает у нас. Да, у нас не хватает жилья. И, по идее, тогда у нас должны вот застраиваться, видите? А сейчас нам не нравится переполнение сточных вод. Ага! Ага! Угу! Так, окей. Так, 20 тысяч. У меня город все еще не растет. Он постоянно вибрирует на уровне, так, приличного. Но до 30 тысяч никак не добирается. Я бы тогда коммунальные службы поставил. И можно было бы тогда оттуда отталкиваться. Так, хорошо. Давайте сейчас посмотрим, что у нас сейчас. О, у меня кредитов. А мне, по идее, кредит не нужен. У меня 200 тысяч. Зачем мне сейчас бросать себе хомут на шею? Так, какашки, вы сливаетесь? Вы сливаетесь? Очень медленно. Так, на... А, не хотим мы не хотим сливаться. Они не хотят сливаться. Ужас. Так, ну, ну давайте, быстрее. Быстрее, да. Раньше они сливались быстрее, потому что у них скорость была выставлена нормально. Так, хорошо, функционирует игорный дом. Хорошо, а налоги какие у нас? Так, у нас повышенные налоги. Давайте сейчас тогда, если 11 тысяч, давайте понизим налоги всем жителям, чтобы они заселялись. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот так вот, до 8%, по идее, это больше, чем нужно. И все, у меня 9 тысяч налогов плюс, так что это хорошо. Так, теперь все сливается более или менее. Сколько у нас? Опять 19 тысяч, маловато. Так, у нас это казино при... Нет, оно не приносит. Хотя гости приезжают. Низкий, средний, высокий. Все хорошо. Поезда, они работают, функционируют. В данный момент ожидает 0. Пассажиры, 4,5 тысяч в день. Это отлично. А здесь у нас... О! Местные пассажиры 1 в день. Это полезное здание. Ужасно полезное здание. Ну что, будем его сносить? Или... Или, может быть, просто паромную переправу в другом городе построить, чтобы они друг к другу могли ездить? О, как. А? А, какая идея? Может быть. Может быть. А может быть и нет. Так, о господи, это у меня... А, это, ну да, желание построить кого-то нового. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу построить трамвай. Ну вот, чего я еще не делал.
Так что давайте возьмем сейчас. Так, трамвай. Так, хорошо. Что он? Динь-динь. Это депо обеспечивает основную трамвайную систему города, включая три трамвая. Но необходимо также добавить остановки. Следует разместить на проектах с высокой плотностью движения. Так, ну у меня... Да, у меня есть... Вот она. Вот она. Так, теперь я могу трамвайное депо куда-то как-то сюда... Нет, нет, не клеится. Не лепится. А, так, а сюда как-то прилепить? Сюда? Какашкам? Нет? А, может быть, сначала нужно апгрейды для... Так. Давайте сейчас тогда проапгрейдим дороги. Так. Да? Да? Ага. Отлично. Так. Все, я, конечно же, узкие, по-моему, дороги не могу апгрейдить трамвайными путями. Но проспект могу. Так, вот оно. И у меня еще проспект сюда вниз уходит. Хорошо. Отлично. Отлично. Вот, вот теперь. Так, теперь я могу депо прилепить. Ну, лепись. 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 Ну. Так. Вот так вот. Вот так вот могу прилепить. Вместо нескольких индустриальных строений. Воскресенье, воскресенье. Проведите успешное мероприятие на стадионе. Ну, это не на стадионе у меня было. Это у меня в театре было, но пускай. Хорошо. Так. А мне показывает, что у меня не будет мест для того, чтобы построить. Ну, так. Трамвайное депо. Хорошо. Давайте сейчас... Гараж для трамваев. Ага. Так, давайте сейчас уберем вот эту дорогу. Так. 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 Я думаю, что там... Да, здесь они разберутся, где что построить. Так, теперь важно. Быстро. Так, хорошо. Раз, два, три... 4. То есть дорог тут не слишком много, так что я, если полностью загружу это, по идее, его хватит. Что мне сейчас нужно сделать, так это нужно трамвай. Так, что это такое? Нет трамвайных остановок. Ну, хорошо. Так уж и быть. Так уж и быть. Получите ваши трамвайные остановки. Так. 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 И последнее. Так. Все, хорошо. Трамвайчик у нас есть. Он... Ой, что это просит? Так. Мэр, нам необходим аэропорт. Наш бизнес нуждается в поддержке, особенно от туристов. Да небо! Благодаря аэропорту мы будем получать и отправлять грузы, переводить пассажиров. Рекомендую построить его при первой же возможности. Угу. При первой же возможности. Ну, хорошо. Окей. Так, уговорили. Пожар? Ой, звоните пожарную. Так, у нас здесь колокол стоит? Стоит. Так. Чего вам нравится, что у нас высокая прибыль, высокие доходы от туристов? Хорошо. А в домах почему обучаются? Хорошо, окей. Так, здесь отличные магазины, парков развлечений, клёво. А здесь у нас что? Мы обожаем новое здание, здесь отличный магазин. Ну, раз вам нравится, почему нету прогресса? Почему мы на 20 тысячах остановились и топчемся на одном и том же месте? А кто мне? Кто поднимет руку и скажет, в чем проблема? Давайте, давайте. А, как раз вот отлично. Тут два здания, они отстраиваются. Так. Нет, подождите. О, получилось. Это до этого какой-то глухой звук был, непонятный, никому не нужный. Так, здесь модернизировать. Мы можем модернизировать эту штуку. И горный бизнес. Хорошо, дневной доход казино. Очень много. Так, у нас всего лишь 6 тысяч дохода. Маловато.
Так, давайте тогда сейчас добавим. Здесь у нас что у нас будет? Так. Что я могу вообще добавить? Я могу добавить модуль развлечений. Туристы чаще посещают те казино, в которых им предлагается развлечение телегорного бизнеса. Или модуль размещения размещается в казино. Игроки останутся там до тех пор, пока не спустят все деньги. Отдел игорного бизнеса открывает новые игровые модули, предоставляя возможность получить еще больше прибыли с каждого игрока в ваш карман. 300 тысяч, 300 тысяч, 300 тысяч. Ну, давайте пускай будем отбирать всех, кто приезжает к нам. О, как. Все хорошо. Хорошо. Так. Теперь... Ага. Строится. Поднебесье. Вокруг динозаврика, понимаете ли. Строится. Так, хорошо. Давайте сейчас... Оп. Назначим мероприятие. Да, стоимость мероприятия. Отлично. Так, все. 8 будет. Мусора не хватает. Мусора у нас слишком много. Так, слишком мало. Слишком много. Слишком мало. А, как раз... Нет, это не мусорку дополнительно, это эту мусорку нужно распустить. Так, у нас проблемы с водой, и требуются рабочие, все, так, понятно. Так, здесь, ой, нет, так, давайте сейчас проблему с водой улучшим, ухудшим, уберем. Что нам делать с водой? Я не понимаю, что нам делать с водой. Так, больше мусорок. А, нам нужна дорога. Па-па-па-па-па. Вот так вот. Так, раз, два. Хорошо, хорошо. Теперь проблему с водой нужно убрать. Где у нас чистая вода? Чистая вода, чистая вода. Вот она, чистая вода. Раз. Давайте еще возьмем. Так, где у нас еще незагрязненная вода? Вот здесь вот поставим водонапорную башню. Хорошо. По идее, должно хватить. Хватает? Так, ну, чуть-чуть больше еще пару водонапорных башен поставить. Тогда все будет хорошо. Так. О, уже больше, уже лучше. Может быть, поэтому и не растет город, потому что это услуги, бытовые услуги так себе. Очень так себе. Так, хорошо. Воды много. Давайте слива много. Сливов воды, слива, электричество. Излишков нету. Это плохо. Это плохо, товарищи. Это здесь нужно достраивать. Так, давайте поднимемся. Что? Так, университет в регионе, чтобы нужно, можно было добавить более, ну, помощнее турбина. Так, хорошо. Хорошо. Окей. Окей. Так. Излишков мало. Излишков мало. А, это может быть потому, что я продаю электричество. Вот почему излишков нету. Ну, не страшно тогда, если я продаю электричество, пускай. Так. Теперь. Давайте мусор. Ага. Сгорело здание дотла за день. Пожаров потушено за день 5 из 6. Но дотла не сгорело. Смертей? Так, нету. Преступлений мало. Башня доктора Ву. Ну, по идее, я могу сейчас это сделать. А то есть, что оно там увеличивает техуровень ближайших промышленных предприятий, принимает поставки грузов с местных предприятий, привлечение туристов с низким доходом в день. И Максиса. То есть, у меня на это... Денег хватает. Давайте поставим. Давайте злодея поставим. Вот сюда. Так, в индустриальной зоне. Хорошо. А всем остальным людям это не нравится. Потому что у них суперзлодей живет в городе. Не бойтесь. Так. Не бойтесь, жители. Мне некуда поставить Максиса. Вашего любимого Максиса. Чтобы у него еще было место для развития. Куда мне поставить? Так, вместо жителей я не буду ставить.
Вот где я поставлю его. Ну, он будет рядом. Он будет рядом с ними. Так, хорошо. По-моему, Максиса нужно... За ним нужно следить. Да, его нужно... У него нужно поднимать известность. Так что его нужно отправлять. Так, это, по идее, должно понравиться всем. Дико понравится всем. Да. По идее... А, вот я еще мини-задание выполнил. Отлично. Так, что здесь у нас такое, Максис? Так, не беспокойтесь, Максис уже здесь. Ой, это же я. Привет, мэр Вовак. Да, это я. Приятно познакомиться. Привет. Так. Мой Максис-сканер принимает встревоженные звонки с коварного доктора Ву. Не волнуйтесь, у меня есть чудесный изготовлен строго по науке. Я спасу этих несчастных за небольшую плату. Окей, хорошо. Так, Максис должен вылечить 3 горожан. За 10 тысяч. А у нас стоит это 500. Да, без проблем. Он у нас в дозоре. Хорошо, пускай он будет в дозоре. Так, а у нас башня доктора Ву пока что не принимается. Может быть, потому что он в какашечном районе, который абсолютно пропитан какашками. Жестоко пропитан какашками. Я не знаю, как там люди дышат и чем они дышат, но это и вправду злой район. Это Мордор. Это Мордор моего города. Так, хорошо, давайте посмотрим. Сливы, трубы забиты. Это... Ах, лучше бы я не... Вот. Не безопасность, а все-таки бытовые услуги развивал. Я могу город развить. Отлично. Я могу модернизировать. Отлично. Так, так. Вот, что я жалуюсь. Коммунальная служба. Отлично, есть. Все, и теперь я могу вместо вот этих вот какашечных завод по переработке сточных вод поставить. Да? Да. 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 И да. Хорошо. Так, теперь завод по переработке. Буп. Отлично, давайте его сделаем большим сразу же, чтобы ему было куда сливать сточные воды. Так. У меня недостаточно денег. Ну, не страшно, это я могу сделать. У меня кредитов давным-давно я не принимал. Так что я могу сразу же 300 тысяч себе забросить в карман. Так, хорошо. Есть. Так, дополнительная очистка. Все, все и все. Вот как. О, все. Теперь как нормальные люди могут люди какать. И все сливать, и все очищать. Так, а тебе чего нужно? Мэр, мы неплохо справляемся. Вы неплохо. Мы неплохо сплавляетесь. Если ваш рейтинг поднимется еще выше, мы подарим вам кое-что приятное. Как вы справитесь с этой задачей? Окей. Без проблем. Поселите 40 тысяч жителей. Хорошо. Угу. Ну, это не от меня. Нет, конечно же, это от меня зависит. Так, как только здесь примутся на работу люди, сразу же... О, господи, какашки куда-то исчезают. Они просачиваются в воду. Они не просто так, видите, они такие... Сейчас вселюсь в кого-то. Они в кого-то вселяются. Все, я понял. Пожалуйста, набирайте рабочих, пожалуйста. Быстрее. Так, общественный транспорт. Трамвай. Чего вам? 7 минут, среднее ожидание. Ну так это классно, 7 минут всего лишь ждать трамвая. Вон какие они разъезжают туда-сюда. Вон, видите, они просто друг за другом ходят уже. Тут ожидания практически нету. Так, давайте назначим мероприятие. Да. Давайте сейчас... где наш Максисмен? Давайте еще одного полечим, товарищи. Хорошо. И, пожалуйста... Неужели мой город утонет в какашках? Это жестокая судьба. Это абсолютно жестокая судьба. Так, доступно в регионе. Купить, пожалуйста. Очистите мои какашки пока что. Пока у меня никто нигде не разобрался, как очищать воду. И я тогда вот на этом закончу. Пускай, я надеюсь, что это... А в следующей серии почистят они какашки или нет?
И мы... Ух ты! Как раз большое здание, классное. Ну, красиво. Но это вот именно то, на что я сконцентрировал город. А то есть, видите, то у нас бизнесы развиваются, а жилые дома. Хотя, по идее, вот он. Слишком. Трамвай по имени Сим-Сити. Окей. Что? Слишком долго заняла починка канализации. Ну, давайте! Ах, пока вас дождешься. И я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.